Всем привет! И сегодня на канале «В стране чудес» будет очень полезная информация. Особенно для тех, кто участвует во всевозможных конкурсах на YouTube. Дело в том, что у всех блогеров есть основные правила участия в конкурсах. Чаще всего это подписка на канал и лайк за определенное видео. Но дело в том, что в Гугле произошли какие-то обновления, и у всех пользователей YouTube автоматически закрылись плейлисты «Понравившиеся видео». А именно туда и попадают видео, за которые вы ставите лайки. Соответственно, раньше можно было решить эту проблему, зайдя в настройках на YouTube. Теперь это немножко иначе. Первую тревогу у нас забила Юлия Генералова. Соответственно, она эту проблему решила. Теперь, если к ней зайти в плейлисты, у нее плейлист «Понравившиеся видео» открыт и он доступен. То есть без всяких проблем. И я там даже вижу свое видео из одной из своих трансляций. Но я хочу очень поблагодарить Наталью Сарыгину, которая прислала решение этой проблемы. Так что, девочки и мальчики, не поленитесь, напишите в комментариях девчонкам спасибо за то, что они забили тревогу и рассказали, как решить все вот эти моменты. Итак, для того, чтобы решить вот эту проблему, нужно зайти в аккаунт Google. Не в настройках в YouTube, а именно в аккаунт Google. Кто не знает, как это сделать, в принципе, сделать это просто. Вот просто в том же Google набираете в поиске аккаунт Google, и первая ссылка, которая вам выскакивает, она вас и приведет в аккаунт Google. Заходим в аккаунт Google. Здесь слева видите «Данные и персонализация». Нажимаем эту кнопочку и попадаем вот сюда. Тут «Ваши действия и данные». Нажимаем кнопочку «YouTube». После того, как нажмете кнопочку «YouTube», попадаете в личный кабинет Google вот сюда, вот в этот вот раздел. Здесь спускаемся ниже и видим другие способы управления данными. Тут нужно выбрать вторую строчку сверху «Проверка настроек конфиденциальности» и попадаем вот сюда. Вот в этот вот раздел попадаем в аккаунте Google. Тут, видите, у меня уже стоят зеленые галочки о том, что тут я проверила, там проверила, все проверила. И настройки YouTube я у себя лично уже все проверила. Значит, нажимаем здесь вот эту стрелочку справа. У нас вот так вот все открывается. Тут, как вы видите, стоят галочки о том, что видео с отметкой «Нравится» доступно только мне. Сохраненные плейлисты доступны только мне. И не показывать информацию о моих подписках. Соответственно, у меня закрыты все подписки, на кого я там подписана. Никто не может это увидеть, кроме меня. Вам нужно снять все вот эти галочки, и у вас должны настройки сохраниться. Видите, выскакивает сообщение «Настройки сохранены». Если вы участвуете в конкурсах, если вы не участвуете в конкурсах, вы можете этого не делать. Вот я не участвую в конкурсах, я ставлю эти галочки обратно, и у меня обратно сохраняются все настройки. Затем я закрываю вот это вот все дело. Так, у меня тут стоит галочка, но на всякий случай, чтобы как бы закрепить вот эти все моменты, просто дело в том, что говорят, что это действует в течение суток почему-то, то есть настройки слетают. Может быть, из-за того, что какие-то обновления были с ошибками. Я не знаю. Но, тем не менее, проверьте потом еще ваши плейлисты перед тем, как будут проводиться итоги конкурсов. Зайдите на всякий случай, проверьте. Я настоятельно рекомендую еще поставить вот здесь вот галочку о том, что отправлять мне время от времени напоминание об этих настройках. И дальше вы можете перейти на свою опять страницу в аккаунте Google. Вот так вот бац, и переходите обратно на свою страницу. Соответственно, я всех прошу распространить эту информацию как можно больше, рассказать просто друзьям, что у них там что-то закрылось, потому что многие участвуют в конкурсах, и потом будет обидно, когда, да, выпадет ваш комментарий, а блогер скажет: «Вау, у вас закрыт плейлист, все, до свидос, ищем другого человека, ищем другого победителя». Как это очень часто бывает на моем канале, что очень многие
не выполняют условия конкурса. В данном случае, видите, есть настройки Google, вот так вот изменились, поэтому я вам об этом сообщаю, чтобы потом не было в очередной раз обижно. Собственно, еще раз прошу поблагодарить в комментариях девочек, если можно сделать репосты данного видео. Ну а я на этом сегодня с вами прощаюсь и, как обычно, всем желаю всего хорошего, мира и добра, и пока-пока!